Я желаю всем в год литературы открыть для себя эту неизведанную, волшебную, сказочную страну. У всех, у кого тройки по литературе, исправить их на четверки. Тех, кто никогда-никогда не брал в руки настоящую, не электронную, а бумажную книгу, взять ее в руки. Ну, а всех поздравляю с Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, всего самого-самого прекрасного и новых литературных открытий.